Привет, друзья, вот выпал снег, на улицах чистейший гололед, просто непосыпанный гололед, чистый гололед. Я еду на своем Pathfinder с блокировкой блока, и много хотели узнать, как оно будет себя вести. Буду ехать и снимать, поэтому я еду медленно, не обессудьте. Как видно, просто лед на дороге. Вообще ни асфальта, ничего не... Так, входим в поворот. Конечно, скорость маленькая. Как видим, ведет себя машина вполне нормально. Почти как летом, то есть ни заносов, ни уносов, ничего. Многие говорили, что зимой будет как корова на льду, но ничего, ездит. В заднем приводе еду сейчас. То есть без всяких проблем. Не знаю, может быть, кто-то не выкладывает видео. Вот. Ну, по крайней мере, вот нормально еду. Скользко, но тем не менее, ничего не заносит. Так вот блок работает. Крутится два колеса. Ну, к сожалению, резина АТ-шка, она немножко не цепляет. Вот так вот заехал на АТ-шных резинах, на АТ-шной резине. Снежный небольшой подъемчик. И при помощи блоки. А снег такой довольно-таки рыхлый. Только что выпал. Вот.